Вечер воскресенья. И что может быть лучше, чем зайти на Сабершок и стать модератором? Это я тебя сейчас изученок. Вы смотрите, куда звоните. Сегодня я буду следить за тем, какие у нас игроки. Кто кого оскорбляет, кто кого гриферит. А может быть, кто-то читерит прямо сейчас, и мы должны его заблокировать. Что он делает? Во-первых, мой друг патологически перебил. Как прекрасен сегодняшний день. А я тебе желаю приятного просмотра и, понятное дело, аппетита. Приступаем. Давайте начнем с самого начала, кто вообще не знает, кто это такой и что это за проект. Это большой проект серверов. Такие проекты вам знакомы из CS 1.6, но только там было в проекте 3-4 сервера, а у нас 1300 и 30 режимов. А еще у нас есть CS 2. В общем, у нас около 100 тысяч игроков в день, поэтому мы должны все это дело модерировать. И поэтому мы сделали огромнейшую админку, где наши модераторы, а их более 100 человек. 100 человек работают на тем, чтобы у вас было бы меньше читеров и меньше оскорблений. И именно в ней я сегодня буду модерировать ребяток. Поэтому я обновляю страничку, нажимаю «Встать на Prime» и начинаю следить за проектом. Оск поведения. Вот нарушитель, и, ребятки, тут очень много детей. Просто так просто прожми все. Будьте к этому готовы. Что это за Барби-карта? А, так, ребятки, я зашел, а я его уже... Его уже кто-то отключил. Короче, ребятки, за меня кто-то сделал работу. И спасибо, конечно, за это. Но я бы справился. Нарушитель был наказан читерство АИМ. Казахстан. 0 часов на проекте. Так, подождите. Я думаю, смотреть этот тикет надо в другой футболке. Так, ну, я думаю, так уже лучше. Кстати, очень хочу вернуться в Казахстан. Алматы, Астана, ожидайте, скоро, скоро приеду. Так, он пытается бэкхопить, у него это успешно не получается. Так, пока все очень плохо. Да ну, чел, что ты делаешь? Давай, наконец-то, пошел, первый. Как ты двигаешься, ужасно, что за мувмент? Пошел, пошел, о господи, что ты... Что он делает? Я могу его простить, если он только сейчас выполняет миссию. Убивать в прыжке. У нас такая миссия есть, кстати. Ну. Как ты лагаешь. Ладно, он ничего не сделал. Двигался ужасно, но каким-то образом 3 фрага. Ладно, давайте я зайду на сервер там. Нокап, ты меня слышишь? Смотря кому же, тут несколько нокап. Ну, я тебе говорю. А, я не знаю, кому я говорю. Короче, кто-то из вас кинул репорт на одного из игроков. Так, я посмотрел, а он чистый. Что мне делать, дружище? Я бы не сказал. Ну, у него, во-первых, 7 на 4 были фраги, но это просто, ну, ничего серьезного. Я посмотрел за ним, ни ВХ, ни АИМа, либо он был актером. Ну, типа там кил один такой странный был. Пиксель, а флик пол экрана, но я не верю в такое. Просто там аккаунт новый еще. Подожди, а почему у подозреваемого был такой же никнейм, как у тебя? Чё за хуй творится? Почему он поменял никнейм? А у Полега 2? Это он? Так, мне интересно, что за клоун надо. Ноукапа, который за КТ сейчас играет. Ты зачем ник поменял? Давай посмотрю за ним. Я не знаю, смотри сейчас за ним, это полная туфта, но я посмотрю. Он прикалывается надо мной. Как он прицеливается, когда я смотрю? Дружище, ты меня слышишь? Лавелас, объясни мне, пожалуйста, зачем ты поменял никнейм на ноукапа? Это что за стёб? Я вообще в каком клубе, у меня бинт? Причем здесь бинт? Зачем ты никнейм поменял? Это не биндом делается. Не, я тебя спрашиваю, по какой причине ты это сделал? Я просто это воспринимаю как стёб какой-то. Дай мне, пожалуйста, ответ. А в каком клубе ты сейчас играешь в Казахстане? Геймер? А какой город? Усть-Каман. Сейчас позвоню туда. Алло! Алло, здорово, здравствуйте. Слушаю. Можно попросить вас одну вещь сделать? Сейчас у вас в клубе... Вы же в Казахстане находитесь? Да. У вас в клубе сейчас играет парень в КС на АВП Лего. Такая яркая карта, он с АВП бегает. Какой человек? Какой человек? Я не знаю, как выглядит человек, но он играет сейчас в CS GO. Вы можете просто к нему подойти? Нет, это PlayStation клуб. Это не... Нету вообще игра. Это не компьютерный клуб, это PlayStation клуб, куда звоните. А, вот как. Вы смотрите, куда звоните. Буду смотреть, спасибо. Про геймер. Слушайте, может быть, это оно. Алло, да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Эрик Шоков, YouTube-блогер. Да, здравствуйте. А вы, ну, я сразу спрошу, вы меня знаете? Да, знаю. Все, супер. Да. Вроде я смотрю, и никто на вашем... В КС. В КС шаги. Никто не играет? Да, я понял. Так весь ряд полностью доту играет. Да, то есть наш подозреваемый в другом клубе. Ладно, огромное спасибо. Буду искать его дальше. Давайте. Мужику респект. Потратил свое время.
провел экскурсию по клубу. Хоть было слабо видно, но респект. Я его вызываю на проверку. Все, проверка на читы. А имбот, меня слышно? Я тебя подозреваю в читах, поэтому я тебя вызываю на проверку. Кинь свой дискорд в чате. Я понимаю, зайди в свой дискорд. Либо напиши мне адрес, где ты сейчас играешь. Погоди. Улица Кананбай Батыр. Что за... Так, подождите. Я звонил правильное место. За каким компьютером ты играешь? Он опять меня... Если что, я звонил именно сюда. Я четвертый компьютер. Он говорит, что он за четвертым компьютером. Пожалуйста, посмотри. За четвертым? Да, да. Только включи заднюю камеру. Вот у меня четвертый компьютер. И он 20 минут никуда не проходит пока что. За четвертым компьютером никого нет? Нет, есть Селит, но он, короче, он только недавно включил. Еще до вашего звонка. Его не было. Можете показать? Четвертый компьютер можете показать просто? Вот, вы... А, то есть там никого нет за компьютером? Нет, он как бы есть, сидит, но вот его вкладки вообще ничего нет, он только включился сам по себе. Меня получается 5 человек. Дружище, послушай меня. Если ты сейчас не скинешь свой дискорд, ты получаешь бан на Собершоке. Ой, я никогда не тратил столько времени на проверку одну. Зинга, по-братски, Зинга, добей его. Я не могу, я уже все, я устал. 40 минут сижу на том тикете. Это какая-то клоунада, чуваки. Но, к счастью, у нас есть модератор, который возьмет тикет на себя. Так, рассматривай другой модератор, закрыть репорт. Так, ребят, мне пришло оповещение. В итоге... Он отказался от проверки. Получает бан на 2 года за отказ от проверки. Он сам это решил, сам это выбрал. МВХ. Давайте его посмотрим. Так, надеюсь, у нас в сервере остался нарушитель у нас. До этого у него было недостаточно доказательств. Это очень классно, это очень классно. Значит, у нас есть что посмотреть. Ничего. Играет он со счетом 39-20. Почти 2 кд. Неплохо. Давай, давай. Хорошо, хороший килл. Пока все чисто. Ждет КТ. Забыл про КТ. А, не забыл про КТ. Оу. Хороший хил. В голову. Хорош, хорош. Все нормально, все чисто было. Он играет с бретами. Зачем он это делает? Ну, понятное дело, сейчас есть какая-то мета с ними. Попадет в голову? Нет. Я скипаю этого парня, все чисто. Недостаточного доказательств. О, автострейфы. Вот это уже интересно. ХНС. А, я не пойму, нет. Так, мне нужен ХНСер. Так, говорят, что у него автострейф. Красиво прыгает. Очень великолепно прыгает. Похоже, что это Коухоп, Да я уже вижу. А, ты видишь? Автострейфов, да. Напиши восклицательный знак ранг. Смотри, видишь у него второй, первый жок, ладер джам, 20 стрейфов, гейн 212, синг 80. Да. Обычный человек 20 стрейфов сделать не сможет. Это нереально почти. Оцени в процентах. 90%, 99, может 100. На сколько процентов ты веришь, что это чит? 100% все, я его блокирую. Я вижу, как ты стрейфишь. Очень хорошая работа. Спасибо. Откуда ты скачал? Что скачал? Это АХК. Ну, откуда скачал? Как, АХК. Автоходки просто. В интернетика нашел. Да, ну тогда получаешь бан на 2 года. Так, используя хранение запрещенного ПО и бан на 2 года. Все, нарушитель был наказан закрыть тикет. Музыка голосом в чате с читами. ВХ оскорбление обошел бан. Читер он смурф. Это интересно. Читер на смурфе. То есть аккаунт пустой, 27 часов. А вот у нас подозреваемый. О, ты. Ладно, хорошо, я не буду пока радоваться. Я не буду пока никакую. Что это сейчас было? Это не смурф, это щит. Ой, блин, что это с ним? В голову. Блин, такие странные движения. Это точно не смурф. Опа, сейчас будет очень интересно. В голову. Нет. Так, ребятки, я пока не могу ничего сказать. Ой, господи. Он либо делает прекраснейшие киллы, похожие на чит, либо играет как обычный игрок третий левел. Да, не. Я скипаю этот тикет. А, читер or smurf. Нет, дружище, я думаю, не то и не то. Недостаточно доказательств закрыть репорт. Человек говорит своему другу, где тиммейты. Так, давайте убедимся пока что в то, что он с другом играет. Умирают жары. Он без друзей.
Его друга здесь нет. Я не знаю, как проверить, играет ли он с другом здесь или нет, потому что через Steam друзей на этом сервере нет. Но я могу дождаться, когда здесь кто-то выйдет и стать игроком, пообщаться с ним и спросить его напрямую. Лаки, ты меня слышишь? Да. Ты кинул репорт на «Умираю от жары» за стрип-снайпинг. Ты думаешь, что он с другом играет? Он наговорил это. Он это и говорил? С каким другом он играет? Я посмотрел, здесь никаких друзей нет. «Умираю от жары» и вот это первое место у нас. Ястр, ты давал инфу своему другу, «Умираю от жары» или нет? Да. Зачем? Ну, просто мы веселимся, так скажем так. Твой друг сейчас получит бан навсегда. Ты согласен с этим? Да. Ну все, тогда я его забаню на всех аккаунтах. Хорошо. Ладно, что-то так дешево получается. Алло, да. Да, здорово. Привет. Ну что у нас получается? Ну, он что-то не знаю, когда-то ливнул. Вот я ему ничего не говорил, типа. Не знаю, когда-то ливнул, не скажи, скажи ему, я его не забаню, если он зайдет в Дискорд. Ну что, привет, умираю от жажды. Это я, да. Да. Твой друг только что тебя слил и сказал, что ты с 3 раунда подряд говорил информацию. Поэтому из-за твоего друга ты получаешь бан навсегда на проект. Дайте мужское слово, что вы больше не будете мониторить друг другу информацию на грёбаном клатче. Ладно, если честно, мы не мониторили информацию. Это просто, мы мониторили, не обманывай. Лучше правду. Окей. Кто из вас патологически объясните? Я хочу объяснить. Мы немного мониторили информацию. Буквально 3 раунда, да. Специально это делали, типа, чтобы позлить чела, который оскорбил моего друга. Как это мило. Добился своего? Но он обиделся, так что мы обещаем, что больше не будем. Вот да, так мы вот. Обещаем. Все хорошо. Учитывая то, что вы 2 патологических, как я понял, судя по этому диалогу, я надеюсь, то, что вы сдержите это слово. Выдано предупреждение больше. Я просто не могу за это забанить. Я не услышал, не увидел, но я, главное, предупредил, теперь они это делать не будут. В скобочках. Один часик. Урбает музыку в микрофон. Так, нарушитель у нас человек по имени Херако. Так, где музыка? Где музыка? Херако, привет. Ты меня слышишь, да? Да. На тебя поступил тикет небольшой. Скажи честно, ты включал музыку на сервере? Да. Сколько раундов ты ее включал? Ну, меньше минуты. Меньше минуты. Включи ее сейчас. Я хотел тебя не банить, если музыка была бы адекватной. Как ты думаешь, она адекватная? А что, за это бан? Это не бан. Но мьют. Но я могу тебя простить и дать просто предупреждение, что так делать не стоит. Хорошо. Мы договорились с тобой? Договорились. Окей, давай напоследок тут еще раз включим, и я покину чат. Прекрасный тикет, прекрасная музыка. Как прекрасен сегодняшний день. Сегодня у нас получился большой контент. Самое смешное это было, когда мы звонили в клуб. Спасибо каждому, кто играет на Сабершоке. Спасибо каждому модератору, кто модерирует, потому что если бы не модераторы, этот проект был бы не такой, какой он сейчас есть. Был бы настоящий хаос. Благодаря модераторам вы всего этого дела не замечаете. Не забудьте подписаться на канал и до следующего ролика. Пока.